И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на карте Операция. Сильно много у меня времени для закадрей не было, но вот эта вот платформа у меня почему-то заняла тоже не кисло так времени. Кстати, Дюк-Дюк-Урус с 300 скоростью — это что-то с чем-то. Классно, быстро, прикольно. Чё у него там сейчас? Здоровье я ему не качал. Выносливость чутка, вес тоже как бы сильно не обязательно, но вес подкачал. В основном качал скорость, чтобы все было намного быстрее. И да, не прогадал. Вес почему ему не сильно обязателен? Камень у него в инвентаре намного меньше весит. Все здесь установил, все вот эти вот аппараты, чтобы переделывать ресурсы, дробилку создал, да. Наконец-то я смог запустить айтем коллектора и, ну, то есть, сделать серу, этот переделать, древесный сок переделать, как бы, и все. То есть, все, скажем так, замечательно. По ресурсам сейчас у меня стало, вот я солому переделал, потому что у меня с ней была проблема, я древесину солому переделал, сдавался ее создавать, ну, добывать, вот в чем у меня была загвоздка, я вспомнил. То есть все есть, камень есть, дерево есть, солома, бух, нету, все, пошел добывать, бух, нету, точнее создавать, бух, нету опять, ё-моё. Кристаллы переделал, я зеленые кристаллы переделал в обычные. Тоже как бы очень удобно, зеленых кристаллов добывается очень крайне много, и как бы, почему бы их и не переделать. Сегодня сходим в пещеру. Так, что у меня здесь по... Да хватит, что. Так, инструменты нужно починить. Блин, просто почему я наверх смотрю, потому что вот эти полоски внизу не видно нифига. На фоне белого фундамента нифигашечки не видно. Ой, че? Все ресурсы здесь. Очень удобно, когда все ресурсы здесь. То есть ты как бы просто берешь, скидываешь и все. Очень удобно. Так, секундочку. Тут убрать. Отлично. Так, ладно. Погнали. Погнали. Туда вниз. Я здесь себе сделал спуск вниз. Вот такой вот он. На зиплайне. Так, да, здесь можно. Вот, спуск вниз. Да, внизу также специально поставил два фундамента, чтобы я видел, где он подъем. То есть, очень крайне удобно. Там металл вспомнится, поэтому я там тусуюсь, скажем так. И плюс туда улетаю, там тоже добываю металл. Что еще? Что еще? Да не, ничего, вроде бы. Единственное, что здесь-то опустошители зачищаю постоянно. Да, их... О-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Иди сюда. Пошел ты. Забыл вот это дело включить. Вот, здесь опустошители зачищаю, потому что... Убил 80-го левла, а он, наверное, напал. Вот, поэтому пришлось... Оу, добрый вечер, мистер Опустошитель, миссис Опустошитель. Это я, короче, вовремя спустился. Я просто там убивал этих крабов для полимера, и тут на тебе опустошитель. Блин. Окей. Планы резко меняются. Планы резко меняются, мы там мимо опустошителя. Я хотел пойти в пещерку. Вот та пещера, если я не ошибаюсь, почему-то мне кажется, это спуск вниз, там где всякие брейки. Опача, погнали. Я хотел туда за яснокрылым сгонять, вся вот эта вот вся фигня, вот это вот, но походу дела. Да, не по ходу дела, это реально подождет.
У нас здесь дело куда намного интереснее. Так. Стеночки. Так. Начало фундамент. Создаем фундаментов штук 6. Стенки есть. Дальше мне нужно будет рампу. Создать рампу. А что мне еще нужно будет? Кстати, бесит, когда у меня в разных слотах. Я сейчас соберу и продолжу. Кстати, я ж могу теперь наконец-то переработать могу вот это. Но для начала давайте по очереди. Нормально. Пойдет. Вот тоже неплохо. О, не зря они хранились. Да давай уж. Не дошел, нажимаю уже. Да, нормально. А куда я собрался-то? Куда я собрался, не взяв стрел? Да ты серьезно? У меня еще и стрелы закончились. А нет, они у меня с собой. Ой, ё-моё. Это я сюда скидывал, которую выбивал по ходу дела. Так, дубину-то выкинуть нафиг, она мне нужна. Дробаш есть. Так, у меня же есть этот. Че, зря я его устанавливал, что ли? Хоп-хоп. Стимулятор 10 штук. Ладно, это не проблема. Давай вот так вот. Они там вроде бы по 2 делаются. Даже еще лучше, но зато ровное число. Ну а че? Мне... Если б я с Дедикурусом забыл про это дело, что мне теперь это? Ну ладно, с Дедикурусом я там курочек томил, походу, по пути, скажем так. И это неплохо, у меня, смотрите, сколько яиц. Мне просто больше уже не нужно. Вот, скажем так. То уж с опустошителем да точно я не буду тупить. Так-с, мяса возьмем. Да, давай 30-ку, этого точно мне хватит. Надеюсь. Так, что мне еще нужно? Стрелы есть. Седатив взял. Да, это у меня стоит отдельный мод. Можно установить отдельным модом, то есть не обязательно глобал мода ставить. О, это классно. И, кстати, да, когда я помирал от жажды, я забыл, что у меня бутылка вот здесь лежала. То есть, когда я абсолютно все скидываю, да, допустим, вот сюда, то бутылка тоже сюда попадает. Че еще сбросилось? А, мясо сбросилось. Я постоянно про это забываю. Но я когда пришел домой, думаю, ой, надо создать бутылку-то с водой. Думаю, чё я туплю-то? Перехожу, такой глянул на это. И... Да. И я такой думаю, ну я дебил. Зато бегал, ягоду жрал. Чтобы хоть как-то напиться, ягоды жрал. Вот я, кстати, не понимаю, как можно ягоды напиться, даже хотя бы чуть-чуть. Она же сладкая, ты от нее еще сильнее пить захочешь. Нет, конечно, ягоды, ягоды рознь, но все равно. Где там опять? Да, вот такие я стрелы туда лутал и скидывал. Кстати, я наркотики забыл. Окей, вперед. А, да, у меня же есть седатив, так что... да ты серьезно, ты такой жирный? Я уже такого убрал, как думаю, сейчас это добывать буду. Ага, поторопился один такой. Так, что у нас дальше? Не, ну мимо тебя я пройти просто не могу. Ну, ты так бы, извини, но я не могу пройти. Такс. Тек-раптор тоже хорошо, но он уже перезарядится. Так. Вон опустошитель. Ну давай уже агресс на меня, мне нужно от тебя избавиться. Ха! Класс. Дробашевич, это хорошая штука. Так, здесь ничего нету. А, чё я туплю-то? Мне ж это, я ж зачистил. Можно возводить.
Мегапостроечку. Так, где? Значит, ж, я буду устанавливать, а ты будешь стрелять. Так, что-то я, походу, слишком близко стал возводить. Да бог с ним. И да, я, походу, слишком много взял построек. Ну, ёп. Так. Главное, чтоб сейчас на меня не согрелся. И, кстати, да, я вспомнил, из-за чего мне не нравится операция. Из-за чего я на ней так мало играл. Она тяжелая. То есть по FPS-ам она очень тяжелая. Так, успеваю, надеюсь. Чтобы она не согрелась на меня. Отличненько. Так, дальше что нам нужно? Дальше нужно у того завалить. У того завалить. А потом уже ту сюда притомить. Секунду. Попил водички, а то боюсь раскашляться во время. Осень. Осень дело такое. Как начинается осень, я начинаю болеть. Вот эти вот... На тебе! Вот эти вот переходной период. Я прям... Стоит. Я не знаю, зачем я их собираю, но пригодятся. О, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Так, мне нужно держаться близко к ловушке, чтобы потом я кругалями мне не пришлось бегать. Так. Вы напали на Додика. А я чё? Я могу так сделать. Слушай, я в Диди Гурус, что ли, попал? Да вот ты сейчас серьезно, что ли? О! Здрасте! Забор покрасьте! Забыл! Забыл! Они прыгают! Пошли в жопу! Они прыгают! Надо делать выше! Ладно, зато тебя ты отсоединился от нее. Это очень хорошо. Пошел ты, ублюдок! Фу, благо я далеко стоял. И просто вот смотрю на эту, такой, оу, полетел. Один, второй, такой, бфф. Я еще только просто проснулся. У нас, я снимаю вот сегодня выпуск, сегодня я снимаю с утра. Если бы он задержался, то тут как бы дело будет в чем. У меня сейчас свет должен выключить, у меня сегодня выходной. И у меня должны будут выключить свет с 8 часов. Я только проснулся, такой понимаю, вчера вообще прям сил не было снимать. И вот я сейчас проснулся, я понимаю, что это нужно снимать. А ёб твою ж за ногу, ты овца, я испугался. На Дедикурус ударил, я подумал, он на меня рвется. Ну, Дедикурус, походу дела тебя придется мочить. Так. Йоп. Надеюсь, ты через этот не проходишь, да? Ты же как волк. Хоть ты тощий, но как волк, да? Отлично, отлично. Сейчас еще главное, чтобы Дедикур сюда не забежал. Вот кто-кто, а вот этот точно может начать вдаривать. Да пошел ты, дебил! Собака! Ну вы видели, он просто забирал. Он как бы это. Я понимаю, он типа просыпается такой. Ах ты тварь, я помню, кто меня там бил. И бежит такой мочить. Ну мне-то это не нужно. Вот он просто бы сейчас бы в живых остался бы. И типа нормас было бы. Нет! Нет! Он пожелал сдохнуть, ну вот и сдох. А ёп! А еп!
Ты еще теперь этот труп тебе мешается. Честно, я думал, не будет приключений, когда я буду вот это все. Нет, это же я. Я без приключений не могу. Ну, честно, я забыл, что они прыгают. Я прям реально забыл, что они прыгают. Ремонтировать. Ну, отлично. О, есть ресурс на ремонт. Классно, мне повезло. Не знаю, откуда у меня ресурсы на ремонт. А, точно, я что-то сломал дверь. Ух. Ну все. Прожимаем седативом. И еда пошла в минусину. О, одно мясцо испортилось. Ну, кстати, что, давайте... Мясцо, ты серьезно, да? Ну, не такие уж у меня большие рейды. Они в целом, конечно, по ходу дела томятся быстро. Ну, окей, я там столько мяса собрал. Ну, короче, я бы так сказал, и без седатива бы я тоже мог бы обойтись. Ну, ловушечку давай соберем. Темно же, да? Да ёпарасть. Вечно вот эта проблема, когда... Вот какой-то запуск у меня русская клавиатура. Точнее, кнопки, назначенные русскими буквами, отображаются, то есть нажимается, какой-то запуск не нажимается, и вот приходится включение скорости, яркости, то туда-сюда менять. Где-то прям раздражает. Так, мне сейчас, знаешь, что нужно будет? Мне сейчас нужно будет делать телепорт. Я не хочу вот круголя делать вот так вот, подниматься. Я вот этого не хочу. Поэтому... Давай, короче, мы вот так сделаем. Стой пока там. Можешь кого-нибудь там замочить, мне не важно. Сейчас седло сделаем. А, нет, это просто это. Сейчас сделаем седло, сделаем себе... Ну, вот эту штуку. Ага, штуку я не сделал, у меня нет жареного мяса. А жареное мясцо у меня... Для жареного мяса у меня должно быть... Гриль изготовленный, да? Мне нужен гриль. Мне нужен гриль. Нефть не хватает. Ну вот ты сейчас серьезно. О! Сколько там нефти не хватало? 39 нефти. Помните, я говорил Трилобиту, что он мне нужен? Вот! Ровно 39! Да ты серьезно? Ну это просто кайф. Так, давай. Эй, ты же тварь, да ты лепездричество не работаешь. Ладно, я надеюсь, что в ближайшее время я тег-генератор поставлю. И все, будет офигенно. А где? А чё так мало? А что-то у меня мало, у меня мало. Автоматически он не жарится. А сколько тут нужно на тебя? Я весь сам телепортер. Телепортер, это понятное дело, кстати, давай. Хлобысь. Вот, вот это вот. Есть! Отлично! Отлично. Ну, просто так уже будет намного лучше. А, чё? Сейчас доделаю. И побегаем. Так. Дедикуруса. Да слушай, а вот не зачем. Что кротокрыс, что дедикурус, мне не нужно вот эта штука. То есть, ну, я просто по факту сейчас буду список заполнять, а не нужно. Камень добывается там, дерево, солома добывается там. Ну, то есть, как бы, а в чем смысл? Я сейчас так подумал, а ведь реально. Опача, почти, блин. Я сначала-то создал второй, думал, это... Можно же сделать там через. Ага. Можно же сделать, типа, чтобы вызывать. А зачем? Вот реально, это тот случай, когда я понимаю, что это незачем. Так. Погнали. Не, 116. Это, конечно, кайф. Так. Это у нас обычное седло. Но есть же скинчик на седло. Давай посмотрим, как с ним. Ай-ёп! Вот, уйди.
Ну, слушай. Так, конечно, поприкольнее. Он, типа, кожей обшитый и... этот, да, получается? Ай. В смысле ты мне наделся? А, я этот скин пытался надеть. Классно. Да, здесь простое седло, а там, типа, он седло обшито кожей и... Да, я понимаю, что можно было сделать второе седло и не париться. Ну, блин, прикольно. Так, стоп, стоп. Кристальчики. Отлично. И еще кристальчики. И еще, говорю, кристальчики. Ой, да зачем мне они теперь уже? Уже теперь вот они мне точно не зачем. Я все по старой памяти пытаюсь лутать кристальчик, потому что с ними всегда вечная проблема. Не серчай, но надо. 108! Нифига себе! Да у тебя что-то с уроном плохо, сеструля. Подожди, дай помогу. Давай, добивай. Давай. Давай. Ты что такая медленная? Да я бегаю быстрее. Давай, 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 давай. Да что ты? Да стоять. Во. Надо было это, он пытался развернуться, а мне надо было просто на перерез мойти. Отлично. Отлично, зато вот персонально нифига нет. Урона. Вообще нет урона. Это ужасно. Но хп-хп-хи нужно хотя бы пятнашка. Урона нужно дофига. Просто это просто кошмар какой-то. Кстати, нужно будет сделать передатчик. Где он тут в списке? А, там на него нужна будет GPS-ина. Где-то я так общаюсь, во. А слушай, у меня все на него есть. А погнали. Так, вот что я еще хотел проверить. По такой отвесной он может прыгать? Или нет? И как это вообще происходит? Вот по горизонтальным он, что по этим он может прыгать. Ну, логично, что по такой высоте он не может. Под таким градусом. Но надо будет сейчас попробовать там, как это вообще отображается, что не отображается. Кстати, я не понимаю. Иногда он цепляется, но не едет. Козел. Бесит это меня. Нужно будет сейчас забраться туда. Туда. А по сути, да. А по сути, сейчас мы его сюда вызовем. Я взял, но не... Да, затупил. Че я вообще сюда приперся, а? Кто мне... У меня просто мысли на мысли. Я, честно, я забыл только что, для чего я домой бежал. Секунду. Я вспомнил, и... Прикиньте, у меня не было GPS. Это мне, походу, делает дропался. Рецепт, походу, делал дропался. Я поэтому и помнил, что она есть. Ну, ладно, бог с ним. GPS-GPS-ом, как бы... Я спустился вниз к опустошителю, закинул туда этот призыватель, и потом только вспомнил, для чего мне нужно было. Ну, утречка, да. Я буквально проснулся только, скажем так, 20 минут до начала серии. Покачал здоровье. Не сюда зашел. Прокачал здоровье до пятнашки, это как бы обязательно. И вот урон, ну, блин. Ну, блин. Прям реально это нужно будет. Это прям ужасно. Кстати, нужно будет газ поставить сюда, добываться. Раз уж я отсюда никуда не ухожу, а здесь будет мой дом, значит, будем газ добывать здесь. Так, давай, погнали. Мочи! Какой же у тебя урон ужасный. Да, я понимаю, что здесь у них семейные узы и урон уменьшенный, но... Это кошмар. А, я думаю, что по мне так много урона-то проносится. Здесь это... Он топтаться по мне начал, козел. А ты-то застрявший, это я знаю. Ты тут все время... В смысле ты, тварь? Ты всегда мог так вылезти?
Да. Ну окей. Зато первосорченки добыли много, да? Да, да, немного, но все равно есть хоть что-то. Отлично, отлично. Так. Погнали. Погнали туда наверх, быстрее, выше и выше и выше. Нет, в целом, конечно, я уже привык. Я привык бегать за дробашом. То есть вот просто без Диноса, без ничего, я уже настолько как-то вот привык бегать за дробашом. Вот особенно эта карта прям... Прям вообще... Урон! У тебя урона нифига нету. Я не знал, что они такие прям дрыщи, я бы так сказал. То есть тут реально столько урона, это кошмар. Рейты никак не меняются. То есть как бы вот сколько я это играю, то есть они никак не меняются. На урон вот это вот все. Но вы сами видели, сколько саблезуб атакует, сколько атакует волк. И вот как бы да. И вот как бы да. Где я же должен подняться по вот этому? Тоже смотрю, такой прям угол такой не кисленький. Да ёп твою же за ногу. Но я не помню, как это дело делается. Я честно не помню, как это делается. Они же должны лазить по этой. О, кстати, руку бьет. Кстати, надо будет проверить. А что больше бьет? Укус или рукой? Ну-ка, рукой 169, укус, а то же самое. То же самое, ничего не меняется, но. Да это левел поднялся. Слушай, а как они запрыгивают, да? Ну, если я нажму на Е, это я спрыгну. Это я уже понимаю. Да, это. Понятное дело, да ешкин кот, а? Вот это нафиг вообще! Так, у меня зиплайн с собой. О, отлично, у меня зиплайн с собой. Сейчас мы сделаем... Фигню. Сейчас мы сделаем... Только надо найти что-нибудь отвесное такое, куда он может воткнуться. Потому что вот в эти временные камешки я не думал, что он воткнется. И про... Слушайте, вот это, короче, какая-то фигня непонятная. Я не помню, как лазить по этим. Или он по вертикальным не лазит. Ну нафиг. Может, здесь просто угол слишком высокий, но он лазил по вертикальным. Ну, под углом. Ладно, сейчас проверим. Так. Вот под этим углом точно уже легко. Да блин, что я на это нажал. Так. Ой. Это крик. Ну это вой, это стая, короче, вот эта сила у них. Ну блин! Короче, пошел я смотреть. Так, значит, я правильно делал. Наводим прицел. И прыгаем. Наводим прицел и прыгаем. Ну, по этим по зипланам он тоже должен лазить. Там написано, типа, сначала наводим точный прицел, а потом прыгаем. Типа нужно точно навестись на нее и потом уже прыгнуть. Так, давай уберем нафиг отсюда. Потому что это. А, не, не забагался. Мне было просто интересно, забагаюсь я или нет. Так, разрушить. Ну а зачем она здесь? Прям реально. Это прям реально было в пустоту. А уж. Там не написано было про угол. Не знаю, где там на других проверить. Чему мне казалось, что здесь я тоже поднимался? Ну, как там сказано, на свой страх и риск. То есть наводишься и прыгаешь. Если не навелся, значит пролетел мимо. Вот, вот, вот такое вот веселье. Я не понимаю, зачем они сделали именно так, когда можно было реально там навестись, допустим, нажать на Е,
И ты вот когда наводишь там или дополнительная кнопка там. То есть нужно навестись. Понимаешь? Понимаешь? Весь абсурд. Вот из этой всей кучи нужно выбрать Лиану. Ага, вот, допустим, нашел. И прыгнуть на нее. А! Во! Появился прицел! Во! И все, и он топает. Отлично. То есть вот, когда ты наводишься на нее, появляется крестовинка. Не все так плохо. Не все так плохо. Все, отлично. А чего у меня до этого не появлялось? Или я просто не попал, не замечал вот это вот из-за своего кругаля? Я не замечал, по ходу дела. Этой крестовинки. Ну это классно. Это классно. И на месте. Отличненько. Отличненько. И теперь обратно. Точно так же наводишься. Натурал зиплайн. Да, вот. Навелся. Появилась крестовинка. И чё-то он не прыгнул. Навелся. Появилась крестовинка. Ага, вот, все. И он побежал. А я могу как-то это присесть, и он там типа скатился. Слушай, я что-то не хочу здесь проверять, рисковать. Я нажал на Ctrl, он просто такой. Ой! Тарзан, блин. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Это клево. Вот для PvP это прям вообще клево. Если не видеть, ты просто вот так вот затаился в кустах, да? Вот примерно вот так вот, да? Если в тебя будет не видно, то это кранты. Оп! И назад. Офигеть! А вообще я пытался это. Ладно, сейчас ближе вот к краю. Попробуем пробел нажать. Нет, не жмется. А, хотя что ближе к краю, какая разница? Я же все равно на крыльях. Они не получают урон, когда падают вниз. Это очень удобно. И сейчас посмотрим по этому зиплайну. По своему зиплайну. Здесь угол примерно такой же. По нему я примерно так же должен. Так. Не на я нажать. И тоже горцу. Блин, я не знаю, как ты своими лапами за это цепляешься, но сам вот этот факт, я этого не знал. Просто хоп. Вообще классно. Вот такие вот пироги. Очень-очень классно. Только вот надо отвыкать, что нужно наезжать, и будет все хорошо. А вот через Shift он бегает быстрее. Вот, я ж помню, что-то было такое. Класс, 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 класс. Вот такие вот пироги. Ну, а я с вами уже на этом буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.